Друзья, всем привет! С вами я, Дима, и канал Владелец Аквариума. Наконец-то выделю немножко времени для видео. Вот. Сейчас освещение не включено, потому что по таймеру все включается, по там закат, рассвет у меня есть. Вот. Но сейчас принудительно включим, и вы увидите аквариум, которые давно не видели, может быть, кому-то интересно будет. Так, сейчас один момент. Включен на всю сразу. Оп. Вот. Вот эти 200 литров. Значит, прошу прощения, конечно, что видео не выпускал так давно. Работа, лень, определенные обстоятельства влияют на то, что так долго не выходило новых видео. Да, в принципе, ничего нового не произошло. Ну, за исключением, вот можно наблюдать по рыбам, да. Появился самец меченосца от той самки. Она была одна, поддавала потомство, а я потомство на аквариумную ферму переносил. Вот, а этот выжил сам тут. То есть тут скалярии охотились на этих мальков, но он выжил. Когда он был мелкий, он сливался с вот этой стайкой тетры, и это его помогло. Вот. По живности. Что по живности? Ну, два меченосца есть, самец и самка. Тетры все живые. Скалярии, да, по-моему, в прошлом видео я рассказывал, что минус одна куда-то оделась одна. Скорее всего, может быть, застряла в зарослях после очередной подмены воды и все. Сомики на месте, сиамский водорослеед тоже на месте, там, я думаю, вы его увидите. Вот. По растительности. Периодически я брал и просто подрезал обросшие ксенококусом и водорослями листья анубиса. Вот. Сейчас можно так наблюдать, вроде бы как чистый аквариум, да? Но на самом деле проблемы некоторые есть из-за того, что я его запустил. Вот. Ну, сейчас наступит зима, будет чуть-чуть, я думаю, больше времени, и можно будет опять возвращаться к этому. Значит, из проблем. Я практически перестал подавать удобрения. Если вспоминаю, то это калий и железо, что у меня осталось. Потому что у меня ни макро, ни микро нету, я это не покупал. Так и не купил до сих пор. Вот, я перестал подавать углекислый газ. Я поехал его заправил, там, может быть, месяц назад или чуть больше. И он мне как-то очень быстро иссяк. Я подумал, что там, наверное, утечка, и не стал ее искать. Ну, нужно будет этим заняться чуть позже. Вот, то есть тут CO2 сейчас не поддается. Калий и железо иногда, наверное, раз в месяц, может, два раза в месяц. Вот на данный момент... Сейчас забагажу. Вот уровень воды. Вот так вот испарилась за, по-моему, 2 недели. Может быть, даже и 3. То есть тут подмена была... Да, подмена была тут 3 недели назад. 60 литров воды я подменил. Вот. И остальное время я подливал. То есть на это я тоже подзабил. Вот. Появились обрастания на боковых стенках, на передней стенке, но это почищу, вот, я думаю, сегодня этим займусь. Не сегодня, так может быть, на неделе. Вот. Эхинодорус горизонтальный, который справа, который вот у меня тут в лотке с землей, кстати. Вот он, я не знаю, наверное, или земля тут, или смесь, которую я подготовил, и не подходит. Но он просто вот как-то его там листья крутят, нижние листья отмирают, тут я их периодически там убираю. Вот. Зато видите, как вырос папоротник. Вот.
Там еще какой-то есть дорогостоящий папоротник, но он там внизу в самом, не знаю уже, не помню, как называется. Вот, почвопокровка без CO2, конечно же, стала вообще невзрачной. Вообще. CO2, как только подаешь, сразу она прям вот в рост идет, и все, без CO2 она чахнет, тухнет. И... Ну, кстати, видите, вот проблема обрастания на листках. Оп, сейчас навелось. Вот так это все выглядит. Лампу, фитолампу не включаю уже, наверное, месяца два точно. Все без нее. Почему? Потому что иногда бывает отсутствую, а так как у меня тут, я уже показывал, там блок питания, ну вот, и я в его надежности сомневаюсь, поэтому я отключил. Вот. Фильтрация все тоже, два фильтра, ничего не поменялось. По воде вода, водопровод. К осмосу я еще не пришел. Ну вот, параметры не мерял давно, не знаю какие. Ну вот, можете сейчас, вы же видите, можете оценивать состояние. Вот, можно немножко даже рыбам подкинуть корма, что они тут, может быть, собрались все. Вот. У меня тут есть хлопья тетровские. Сейчас им дадим покушать. Сейчас тут начнется пир. Скалярии, как всегда, самые первые, они голодные. И все остальные сейчас начнут всплываться. По остальным растениям, значит, буцефаландры. Ну, буцефаландры, я не вижу, чтобы они там обрастали. Вот, чувствуют себя хорошо. Вот эта полянка, ее нужно будет проряжать. Вот тут буцка, я не помню, что это. То ли Супер Блю, а вот та Супер Блю Тайп Раунд. Брауни Пикси, вон она. Ну, а там в зарослях как бы особо себя не показывает. Гладиус какая-то вся в дырках. Ну, что-то не хватает, понятное дело. Перестал макро-микро лить. Вот, и это уже не помню, что это за буцефаландра. Тут, по-моему, какие-то были мелкие виды кописусу и что-то такое вот. Ну, далеко они уже стали не мелкие. Так, вот движение уже тут началось. Коридорасы там сами по себе. Вот водорослед, конечно, смотрите, какой большой вымахал. Один единственный, была их целая стая, вот он выжил и продолжает жить дальше. Значит, по свету тоже ничего не менял, все те же светильники, которые были ранее, Aqualighter Slim. Режим свечения такой же, включается все в 15:00 и выключается к 23:00. Все это плавно, плавное включение, там на 100% он светит недолго, вот как сейчас это на 100% включено, светит он где-то часа 4, 4, наверное, где-то так. Вот. Вот как бы и все новости по этому аквариуму. Никаких новых жителей нету, никаких там особых новинок не произошло. Что есть, то есть. Вот, и пока изменений не буду вносить. Ну, конечно, если, наверное, время появится, буду что-то думать, наверное, с этой почвопокровкой. Вот, так как, ну, у нее уже вид не очень, и, наверное, нужно будет ее просто убирать. Ну, там посмотрим. Вот, если будет интересно, что это за камешки, вот, вы же смотрите, я думаю, кому-то будет интересно. Это вот я на берегу Азовского моря насобирал, знаете, такие есть прозрачные камешки. Ну, такие как полупрозрачные, не полностью. Вот я их подсобирал и кинул сюда. Проверял уксусом, не шипят. Параметры воды, я так думаю, не изменяют.
Ну, тут тоже у меня бардак, надо помыть кормушку. Так, кстати, вон анцик. Один и второй анцитрус тоже на месте, но он более скрытный. Он более скрытный, и вряд ли мы его сейчас увидим. Так же, как и коридорусы, они там сами по себе, всегда вот в той чаще. А, кстати, вон акантофтальмус можно увидеть, видите? Ай. Не знаю, может кто-то обратил внимание? Вот там вот он был, появился и исчез. В общем, один тоже из стаи, там 10 штук, и когда-то выпускал, выжил. Вот. В общем-то, да, вот и все новости, вот и то, что произошло с аквариумом. Я считаю его сейчас, вот он в запущенном виде, ну, как по мне. Нужно чистить, нужно добавлять удобрения, нужно приводить в порядок, чтобы все было идеально. Сейчас не идеально. Вот, будет время, будут какие-то изменения, я обязательно запишу для вас видео. Вот, а на сегодня все. Кто досмотрел до этого момента, спасибо за внимание. Вот, очень приятно, что смотрите меня. Вот, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте ваши лайки. Всем пока. Так, ну что, можно и обратно в режим автоставить. Рыбки доедят. И в темноте.